Здравствуйте, мои хорошие. Сейчас с Мартиком идем гулять. Выгуливать. Его новый костюм. Видите, как он? Чук-чук-чук-чук. Пойдем. Пойдем. Молодец. Нельзя. Фу. Фу. Ой, ну кто-то догадался. Кость прям бросил. Смотри. Кость в лифте кто-то бросил. Нельзя, смотрю. Нельзя, говорю. Фу. Сидеть. Сидеть. Смарт. Сидеть. Неудобно в костюме сидеть. Сидеть, ждать. Смарт. Косточка. Вообще. Тут догадался. Вперед. Вперед. Только вышли из подъезда. Видите, приходится нам штанишки подворачивать, потому что они нам что-то как-то спадают. Мешают бегать. Пойдем на площадку. Вот он знает, где площадка. На площадку пойдем, Смарт. Нельзя, там дорога. Не беги. Рядом. Рядом. Спокойно рядом. Смарт, не рвись. Спокойно рядом. Идем на площадку. Идем. Привет. Да, пассажир. Красавец. Ну, пушка. Ты чего боишься? Пойдем, пойдем, пойдем вперед. Дорога, смотри, машина, дорога. Сейчас, сейчас я тебя отпущу. Снимаю с телефона. Но в ближайшее время у меня появится камера. И будут гораздо качественнее видео. Я надеюсь. Буду снимать уже в 4К. Хорошее качество. Буду посмотреть. Чуть-чуть осталось. Будет больше видео на канале и качественнее. Буду больше с Мартика снимать. Готовку свою буду снимать. Жду не дождусь, когда у меня камера появится. Пойдем на площадку, смотри. Пойдем, мой хороший. Площадка у нас вот под этим домом находится. Идем в этот дом на площадку. Сегодня 12 ноября. Смотрите, сколько травы зеленой. Снега даже, наверное, не предвидится. Там зеленая-зеленая только. Площадку. Вот у нас, видите, вот этот поводок, шнурок,
он у нас с первых дней. Вот как мы его купили, так он нам и служит. Ничего с ним не случилось. Нигде он его не погрыз, не сломался. У смартика всего два поводка. Вот шнуров поводок и такой прорезиненный, который не рулетка. А рулетка вот одна. Больше нет у нас. Как-то обходимся. Они нам служат. Не рвутся. Ну, у нас он не грызет поводки. Поэтому мы не покупаем больше. Зачем? С этим шнурком нам нравится гулять. Очень удобно. Ну, я им поводок снова. Видите? Вот он такой. Смартик привык. А что это там копают, интересно? Ну-ка, пойдем посмотрим. Смартик. Подкоп делают вокруг площадки. Мы, наверное, не зайдем. А может, зайдем, не знаю. Посмотрим. А, нет, они рядом копают. Зайдем на площадку. Видите здесь? Трубу, что ли, меняют, или кабель, кабель не меняют. Смарт, пойдем на площадку. Я здесь, видите, калитку не закрываю, потому что я его не спускаю с поводка. Мы сейчас пройдем все тренажеры и уйдем отсюда. Прохожу я прям сразу на поводке. Лестница, Смарт, лесенка. Молодец, да ты же моя умница. Спускайся. Смарт, спускайся. Вот, молодец. Барьер. А, еще не все дела сделал. Пойдем на горку. На горку пойдем. Вот так вот, да. Молодец. Поднимайся, поднимайся. Молодец. Хорошо. Пойдем обратно на горку. А с другой стороны горку. Давай, ну. Давай, давай, поднимайся. Скользко тут. Смарт, горка. Хорошо, хорошо, давай. Ну, поднимайся, выше. Смарт, выше поднимайся. Смарт. Ну, давай поднимайся, что ты застыл? Молодец, хорошо. Мы здесь все проходим, качельки. Смарт. Барьер. Хорошо, молодец. А обратно? Обратно барьер. Хорошо. Лесенка. Молодец. Видите, он самостоятельно. Везде забегает. Запрыгивает. Ой, это моя радость. Молодец. Ух, это обязательно нужно, конечно. И меточки сделать. А здесь, видите, копается. Горка. Хорошо, давай, давай, поднимайся, поднимайся, поднимайся. Молодец. Обратно. Горка. Пошел. Хорошо. Хорошо, хорошо. Давай, давай, поднимайся. Не бойся. Он дяденька там идет, испугался. Поднимайся, поднимайся. Наверх, наверх. Давай, 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 мой хороший. Давай. Молодец. Меня спрашивали, пахнет ли басенжи. Могу сказать по-нашему. Наш точно не пахнет. Поднимается, видите, сам самостоятельно. Да ты ж моя радость. Давайте сфотографируем. Спускайся вниз. Смарт. Смартик, спускайся вниз. Чего тебе? На высоте понравилось? Нет, обратно, вот сюда спускайся. Не в эту сторону, в эту. Хорошо. Молодец. Горка. Давай, 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 забирайся.
Всегда застынет так. Ой, смотрите, здесь кто-то нагадил. И хозяин не убрал. Вообще, конечно, безобразие. То, что не убирают за своими любимцами. Калитка открыта здесь. Поэтому я его держу на поводке. Мы каждый день сюда приходим, занимаемся. Прямо на поводке. Ну, бывает, и спускаю с поводка. Если здесь собачки есть, то бегаем с собачками. А если нет, мы просто занимаемся. И все. Выгулили со Смартиком новый его костюм. Еще у нас есть зимний, потом мы покажем. Позанимались, все дела сделали. Да, можно домой идти. Спасибо вам огромное за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Будьте здоровы, мои хорошие. И до новых встреч!